Павлодарцы отправили гуманитарный груз своим соседям из Северного Казахстана. 10 груженных автомашин повезли в Петропавловск продукты питания, одежду и стройматериалы. Таким образом, жители региона оказали поддержку пострадавшим от паводков соотечественникам. Благотворительную помощь собирали всей областью, около 30 крупных предприятий, малый бизнес, общественники и обычные жители. Закупили все, что необходимо сейчас жителям соседнего региона. Общий вес груза превысил 100 тонн. Инициатором акции выступил областной филиал партии «Нур Отан». Мы связались со своими коллегами Северного Казахстана, и был сформирован груз именно из тех наименований продуктов, стройматериалов и одежды, которые необходимы в первую очередь нашим землякам. И я думаю, что это лишь малая толика того, чем могли мы помочь нашим соседям.